внимание! Ограничений в применении огня и подразделений нет. Это приказ Гранита. К трем часам... Доброго времени суток, дорогие подписчики зрительного канала. С вами снова Кроул. С Рижской. Я тут челночу помаленьку туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции Зарижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадем. Мальчуган, госнами. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А чё так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? Здорово. В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Ну, хорошо. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ага. Что-то плохое, ладно, да? Ладно, Петр. Открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. Да. Поедем. А что такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Ясно. Что-то неплохое будет. Но, естественно, мы же играем. Не может же быть все так хорошо, да? Поосторожней там. Да, ничего, спасибо. Мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Все правильно, дайте мне арпушку в руки. О, сразу сходу, спасибо. Игра меня понимает. А есть золотые пульки еще. А как их поменять? Понял. Надо удерживать. Но я такими пульками стрелять не буду, я не дурачок. Мне такое пока еще пригодится. Проклятие, голова просто раскалывается. Правда? А я вроде ничего не чувствую. Если поможете качать, доберемся быстрее. Давай я помогу. Вот Женя, ты! Помоги ему! Женя, дай во! Этот тоннель поскорее бы проскочить. Да. Идем, прикрывай тыл. Я вообще. Дамчим нас до Рижской в 3 секунды. Я нам просто... убираться отсюда надо. Ого. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Мне тоже. Страшно. Знаете что, давайте прибавим чуть-чуть звук. Я посмотрел, ну вот звук вот чуть-чуть можно прибавить, чтобы было более атмосферно. Вам ведь наверняка это нужно, всем это нужно. Так, оп, да. Готово. И жалко их очень. С кем это? С ними. О, парень поехал. Не слышишь, как они плачут? Кто плачет? Ой-ой-ой-ой-ой, что-то сзади происходит. Да что тут творится такое, а, Борис? Ой-ой-ой, нехорошо. Что это со мной? Что? Да. Что со мной? Не повезло нам. О-хо-хо. Ультразвук. Люблю ультразвук. Артём! Да, я тут, Хантер. Я твой голос сюда помню. Я здесь. Я прям если перед под тобой. Хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. Че, ты калаш держать не умеешь, что ли? А вроде охотник. Оу. Инопланетяшка. Ой-ой-ой, неприятно. Угу. А теперь я, да? Ну, привет. Больно. Что ж ты делаешь-то? И все, теперь я тоже поехал. А зачем? А зачем ты его убил? Он вроде ничего не хотел сделать плохого, насколько я понял. Его он не раскромсал, и меня вроде не раскромсал. Просто неприятно было. Не знаю, но это сон, в конце концов, да? Здрасте. А чё вот вы спите? Надо будить быстрее. Ага, там что-то плохое, надо быстрее. Эй. Доброе утро. Ребята, просыпайтесь. Что происходит, а? Что-то плохое. Берись быстрее за штурвал. Черт. Вставайте. Там что-то есть. Там что-то есть. Быстрее. Эй. Почти, Борис. Ай, бесполезно. Я понял, сейчас будем отстреливаться. Я готов, я готов. Я понял, но я не буду в толпу. Что это такое? Пошел вон. Да сколько тебе нужно?
У меня не так много патронов. Да я тут. Мы вместе. Мы с тобою вместе. Ты главное не сыпь. А! Опа, увернулся. Я нажимаю. На, по лицу. Так ты воткни, зачем ты его так режешь? Ой, хорошо. Возьми мой дробовик. Спасибо. Ой-ой-ой, я, по-моему, что-то неправильно сделал. Или правильно? Утащили одного, понял. Так, до свидания. А, не вовремя. Или вовремя, нормально. Пошел вон. Пошел вон. Да готово все, ты не ссы, я с тобой. Мы вместе с тобою все сможем сделать. Пошел вон. Артём! А? Патроны береги! Да, хорошо, хорошо. Их тут нас... Пошел вон! Все хорошо, ты что боишься? Ты смотри, я держу ситуацию, главное экономить. Но на всех нам не хватит, нам надо успеть. Понимаешь? Мы почти у блокпоста. А, ну все тогда успей. Он чуть левее. Да смотри, они очень глупо себя ведут. А, ладно. А, промахнулся, все. Ударит сейчас. Ударил. Замечательно. Один раз промахнулся и умер, вообще. А я не умер? А, так должно быть. Пол. А что делать? О боже! Они все тут? Это все? Беги, Артём, беги, спасайся! Какая перезарядка? Ты что не бежишь? Беги! Оп, ребята, помогите! Я жив, да? Хорошо, руку, молодец, спасибо. Далее, я уже добрался. Пожигай. О, хорошо. Ублюдки. Молодцы, мы все молодцы. Есть еще? Ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. Согласен. Я выпил. С тобой. Только с тобой. О боже. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Ну, естественно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Здорово. Пьем? Выпьем? Я тоже пью, давай. Тост. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема. Спасибо. Которому ни чудище, ни аномалии ни почем. Ой, спасибо. За Артема. За меня. За кого нам пить? За тебя только. Вот именно. Кто же еще? Кто вашу шкуру спас? Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Да, ты тоже хорош. Тебе впору медаль дать. Ага. Медали нет, но есть патрон. О, хорошо, Жив. Давай, я возьму. Твое здоровье. Там их так много. Ну давай. Темка. Еще за давай. Тебя. Хорошо. Одного утащили, кстати. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалии? Да вообще нет. Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. Оу. О, точно. Надо проверить. Давай. За удачу и за Артема. За тебя, Артем. Давай. Хватит, может. У меня вообще вода не кончается, кстати, я заметил. Пей, не пей, бесконечно. Спиртяжка, что надо. Ух! Ты подобрел, смотри. Что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчат в этих трущобах. Ого, 75. Вот это да. Короче, да. Вроде как прошли сквозь невидимую волну. Понял, да? Отрубились, понятно. Ага. В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда на сушу. Да. Знаешь, кто спас? Вот, спас. Вот так вот. Выдержал, вот так. На ногах. Вот. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лев. Как лев? Не знаю даже, как мы тигр. Сюда. Называй меня тигром. Я тигр. Вот так. Правильно, правильно. Все правильно. Здравствуй. Здравствуй, как дела? Никак, ну ладно. У меня вы грубые солдафоны. Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор.
Что ты сейчас сказал? Сейчас лицо разобью, ну. А, все. Ну, а я? Как дела? Ты меня знаешь? Ты меня не знаешь? Кто там сидит? Кто там крутой такой? Слышишь, ты? Ну ладно. Куда нам идти-то? Кто тут у нас? Оружейная? Оу-оу-оу-оу! Налетай, разбирай. Да-да-да, что у тебя тут есть? Тюнинг, тюнинг, тюнинг. А я бы что-нибудь другое купил. Подожди, у меня может... Здорово. Приветик, классная фуражка. Скажи мне, у вас есть оружие другое совсем? Вот у тебя что? Ага, понял, у тебя всякая фигня. Нужны патроны? Тебе ко мне. У тебя только такие, да? А, нет, у тебя все. Ну, давай я возьму для револьвера несколько штучек. Так, как купить? Купить У. Вот хватит, наверное. А, немножечко вот на него. Ну и все, пока. Благодарим за покупку. Спасибо. Так, а что тут у нас? По бутылочкам стрелять, типа. Оружие пробовать. Дробовик мне, кстати, дали халявный. Вот что я заметил. Опа. Это у нас кто-то не закрыл. Тут закрыто. Закрыто. Открыто. Ага, мышка. О, книжка. Ясно. Опять. Ну-ка, что такое? Что не пропускаем? А! О боже! Я хотел прицелиться. Я забыл, что дробовик стреляет на эту кнопку. Хорошо, что NPC бессмертная. Я думал, сейчас, господи, сейчас что-нибудь устрою. Страшно. Привет. Ну ладно. Ничего-то не привет ли у вас тут все? О, мальчик. Привет. Вы правда, ты Артём? Я Артём. Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Ага, сейчас меня гопанут. Я тебя к нему отведу. Пульку? Ну на. Отдайте один патрон. Спасибо. Пошли со мной. Пойдем. Сейчас меня, короче, гопники примут. Я уверен, это не может быть все так хорошо. Давай, давай, я тебя в переулок отведу. Там, значит, тебя встретят, все нормально. Меня сейчас как гопнут, и все, я останусь себе без патронов. Ну и что? Куда? Ты что ты останавливаешься? Я прямо за тобой. Мальчуган. Ну так, что дальше? Оп-оп-оп-оп-оп. Так. Я не понимаю, что ты хочешь. Ага, хорошо, сюда. В галошиках бегаешь. И куда? Вон он сидит. Ага. Ну ладно, мне пора. Ну давай. Пока. Пока. Подойди-ка. Артём, да? Подойду-ка. Садись. Сажусь. А может не сяду, может я стоя буду разговаривать. Ну ладно. Так нельзя. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. А меня герой дня. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской. Ага. Эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Угу. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Да. Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. О, давай. Договорились? Конечно. Ну и ладушки. А я вообще ничего не ответил. На дорожку отовариться. Хорошо. Ну чё, готов? А, готов. Да нечего сидеть в этом навозе. Правильно. Шей кормить можно и в более гламурных местах. Молодец, пойдем. Так, я сначала пульки заберу только. Ну, 15 штук, не так много. В шее, говорит, кормить можно в более гламурных местах. Ну ладно. Посмотрим, куда ты меня отведешь. Я тут, пойдем. Ой, я что-то видел. Где-то пулька лежала или мне показалось. Ну ладно, неважно. Давай, куда идем? А там толчки. Фу. Угу. Владимирский централ, ветер северный. Этапом из Твери зла немерено. Сердце мертвый груз. Лежит на сердце мертвый груз. Ну что ты? Да-да, ты какой-то бандюган на самом деле, такие песенки поешь. Чёткий. Это твой секретный ход такой незаметный? По-моему, наверное, его уже все видели. Ах. Так быстро проседает, прям как КС-1.6. Отлично, загрузочка.
Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Не, гопник, вот идти так вот с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, да, говорил я себе. Но он дал нам калаш. Но что мне оставалось? Да. Другого пути с Рижской не было. Нет, я только из-за калаша иду. Ничего не знаю, Артём, у меня свои цели. Я только из-за калаша. Хочу калаш. Калаш — это здорово. Ходить с этим чертовым, как он называется правильно, блюдком, вот этот дурацкий ствол. Фу-фу-фу-фу-фу. Он и клинит, и дурацкий, все такое. Отлично, выродись. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. Пацанчик, ну вы поняли, да? Гопник тут типичный. Гопота. Хорошо, хорошо. Пацанчик. Что за? Это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Хорошо, хорошо. Не буду идти на них один. Вот тут кто-то уже мертвенький. Это, видимо, она его обглодала, да? О. Это что такое было? Патрончики, может быть? Ага, есть такое дело. Мухи, фу. Тут ничего вроде бы. Странный звук. Земли, что ли, идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Да? Херня, правда? Ну-ка, дай послушаю. Ничего не слышу. Так, мне нельзя одному оставаться. Ты чё меня бросил? Так, и что это такое? Какая-то кровь течет струей прям вообще чистый. И пропадает. Так, тут что-то есть, я просто уверен. Но это не должно было быть пустым местом. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Их еще связали. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Так, теперь будь А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. А вот древняя, это? Древняя как мир и простая, как сатиновые трусы. Ага. Ну, работай. Смотри, не за день банки. А как тихонько идти? Я могу только бежать вечно спринтом. Хотя даже не спринт. Обычный шаг у меня как бег вообще очень быстро. Видите? Хоп-хоп-хоп-хоп. Да под ноги смотри. Тебя любой шум выдаст. Хорошо. Я понял тебя. Я ж прям за тобой. Как я могу... Тут что-нибудь испортить. О, ножик. Маска, я бы одел ее. А это у нас растяжечка. Ага. Железная маза избавится от слепых и от безбашен. У меня есть такой дубовик. Так он же. А, у меня все, у меня фул. Так, а как мне это... Опа! Уф, блядь, я думал, наступил. А почему ты ее не отрежешь вот так вот? Что еще тут есть? Ты меня ждешь, да? Хорошо. Сейчас я тут закончу. Все, я готов. Все закрыто, закрыто, открыто. Опа. Тут ты, оно. Ну все, пойдем. Да они тут баррикад настроили. Ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Обезвредь постовых? Ты серьезно, что ли? Пощады никто не желает. Угу. Ясно. Так, тут меня видно. Но я буду аккуратен, как нельзя. Врагу не сдается. Да что ты кричишь-то? Да показалось вам, ну, ребят. Ну все, пиздец. Война началась. Сам такой, понял? Ну-ка, вылезай. Это все тебе. Не за что. Я не вижу откуда. Ты видишь? Я не вижу. Тут еще отсвечивает вот эта херня. Все, теперь вижу. Да
Да сколько тебе нужно? Боже, он какой жесткий. Я уже какой раз попадаю. Он назад отходит и не умирает. У меня есть граната. Попал, да? Сам такой. Сам ты, сука, понял? Сука. Да что ж такое-то? Да сколько, сколько можно? Они что, бессмертные? Вот вот этот чувак. Ну, наконец-то. Есть еще кто? Ты можешь сказать, закончился бы или нет, чтобы я понимал? О, я тут патрончики нахожу золотые у кого-то. Сейчас, подожди, ты только не торопись, пожалуйста. Мы все с тобой успеем. Тут что-то закрытое. И ключа от этого у нас нету, да? Сейчас я еще побегу, подожди, может у них где-нибудь ключ есть? Ну просто потому что... Не может же быть все так просто, да? Патроны. Ладно, все, хватит. Достаточно. Все. Идем, идем, все. Я тут могу целый день зависать. Видал, да, как я умею? Вот я такой. Я, кажись, попал. Попал, я тоже. Тихо, вон там за углом, я прям вижу чуть-чуть. Или это не он уже, я не понимаю. Да, это он. Готов. Сейчас за углом, может быть, осторожно. Ну хорошо, ты сам посмотрел своим телом. Так, что, кто еще? Кто еще что-то хочет мне от меня? Вроде нет. Ну вот. Легко и просто, на самом деле. Боевки тут не такие уж, знаете, сложные. Можно было и посложнее поставить. А я могу прямо сейчас сменить сложно. А, ладно, пофиг с ним. Я говорил уже, что эта игра не из тех, которых надо проходить прям именно сложно, прям вообще. Чисто стрёмное место. Метро — это не такая игра. Вот тепла. Я тебя крою. Ага. И гляди за мной. Хорошо. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. Да ну перестань, ты же у нас супер-пупер, если еще один справишься. Так, можно брать дробовик? Я сейчас чувствую, будет... Я что сделал? Что это было? Я не скинул ничего? Нет, нормально. Давай, ну. Что ты ссышь? Взял, прыгнул и пошел. Оп. Вот и все. Противогаз. Здесь, значит, очень плохо. Ну, идем. Так. Простите, пожалуйста, я случайно. Я опять забыл, что нельзя прицеливаться. Я вечно так. О, 6 минут. Ну, давайте, вылезайте, чмошники грёбаные, папа пришёл. А мы могли вот тихо пройти, чё ты кричишь? Откуда? Я не вижу, они по... Вот, вижу. Ошибка. С другой стороны, я понял. Сбоку! Я прикрываю тебя. Да господи, я случайно промахнулся, прости меня. Да я стараюсь, ну. У меня тоже. Дробовик вообще какой-то кал полный. Я типа помогал, серьезно. Я два раза промахнулся и все. Он умер? Умер. Господи, у меня ж все в крови. Оп, чистенько. Давай я вперед пойду. Ты мне не внушаешь доверия, на самом деле, гопник. Ну, где ты там? Может, что-нибудь другое взять? Да ладно, в принципе, дробовик не жалко. И его мне не жалко. Сдохнет, я заберу свой калаш. Заслуженный причем. ФПС, дроп, дроп, дроп. В чем дело? Вроде отошло, я перезапустил. Так. Там где-то еще, вот еще один. Привет. Ага, опять не хватает, спасай! Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Как он это делает? Да как два раза не хватило? Вот ведь они жесткие. Готов. Оп-оп-оп. Как играет этот сукин сын? Вы просто видите, как я просто верчусь, кручусь вокруг них, обвожу их. Невероятно. Ну, что ты там спрятал от меня? Вечная? Это боевая резина Ганзы. Ищу братву. Я не вижу никого.
куда-то едет, да? А, понял. Нам не высовываться лучше. Бандиты, значит, они, раз ты там их знаешь их. Как бы ты меня не привел куда-нибудь и не сдал кому-нибудь, а то я потом приеду с тобой куда-нибудь, а меня потом примут. Мне, кстати, надо будет скоро фильтр сменить. Я не помню, как фильтр менять. Все, теперь все ништяк, можно идти. Пойдем. Вот я не понимаю, в чем дело. Почему теряется кадра? Все же в порядке. Ага. Я понял. У меня не так много патронов, но их и не особо жалко. Сейчас будут. Лезут. Вот прям все в него вошло. А! Тихо! Ну перед лицом страшно же, ну. Пошел в жопу. Изи просто. Весь дробовик переведу на весь этот поход. Я надеюсь, это купится. Но в принципе окупается. Я ж тут патроны нахожу золотые. О боже. Так, давай только ты не спеши, ладно? Я здесь осмотрюсь. Иди. Ну иди я за тобой. Ага. Я понял. Ну и качели, мать его, бога душу. Да. Не очень приятно. Опять. Ну, я... я не знаю, когда я отучусь это делать. А когда еще с FPS? Сколько можно уже, ну? Место есть, вроде все есть. Непонятно, почему так происходит. Давай, аккуратно. Как ниндзя. О. А туда можно? Там что-то опять... Ладно, я быстрее. Сейчас опять нас кто-нибудь. Обрушение тоннеля, мать его. Ага. И такая лестничка красивая рядом. Засада зуба. Ну и хрен бы с ним. За мной! Хорошо. А что ты кричишь вечно? На нас сбегаются. Из-за тебя, блядь, что ты кричишь вечно? Ой, ребят, FPS падает ужасно. Давайте на этом остановимся, потому что вообще, ну, это невозможно. И продолжим с вами в следующей серии. Видимо, у меня места мало, из-за этого так проседание начинается. Видимся с вами в следующей серии. С вами был Кромбл. Всем удачи, ребятки, всем пока.